Всем привет! Давайте рассмотрим программу Crazy Bump и чем она сможет нам помочь именно в текстурировании в Blender. Итак, вот такая программа Crazy Bump. Давайте посмотрим, что она может делать и чем она нам в Blender поможет. Так, открываем Open Photograph. Находим, я тут скачал именно скалы. Посмотрим, как она будет все это дело преобразовывать. Итак, вот вдавленная именно будет форма или выпуклая. Выбираем выпуклую. Вот у нас нормалия. Сохраняем ее. Save normal to file. Сохранить. Также у нас есть вот эту вот штуку, можно закрыть. Можно сделать displacement. Настройки тут чуть-чуть подрегулировать. По-английски кто понимает, тут легко разберется. Ну, medium, fine, very, короче, штука такая. Нам пока это не понадобится. Save displacement. Сохранить. Тут есть occlusion. Тоже его можно сохранить, но он, в принципе, мне не понадобится. И вот спекуляр. Это вот черно-белая спекуляр пойдет. И диффузия. Вот как она есть. Так, диффузию сохраним. Все это нам больше не понадобится. Можно закрыть. Итак, текстуру мы сделали. Normal Map, Occlusion. Теперь давайте тут поработаем. Камеру отключаем. Свет пока отключаем. Куб Delete. Shift A, сочетание клавиш. Открываем Mesh, открываем план. Семерка на нампаде, поближе, приближу, переключаемся в Viewport Shading, вот в этот вид. Находим материалы, New, подставляем, так, Image Texture, Open, и находим вот этот наш, значит, Color, гора. Открываем. С помощью транспоза можно это дело все пока растянуть. Вот такие получатся скалы. Итак, заходим в шейдинги. Смотрим, что у нас тут, как семерка на нампаде. Вот текстура у нас подключилась. Давайте ее теперь, так, я здесь побольше поставлю. Вот эту Image Texture Shift-D давайте скопируем. Вот эту, значит, G сюда перетащим. Эту поставим G сюда. И Shift D одну вот сюда. Подключаем теперь, значит, вот этот Image Texture Color Craftness. Вставляем черно-белую нашу вот эту текстурку. Так, а на нижнюю, вот на третью, добавляем вектор, добавляем Normal Map. И это все дело подключаем к Normal. Color подключаем. Color. И, значит, находим текстуру. Normal Map теперь находим. Подключаем. Ставим Non-Color. И здесь на верхнюю тоже Non-Color. Ну и регулируем вот эту вот вдавленность. Вот так вот. И так вот получились у нас вот такие скалы. Семерка на нампаде. Вот такая может получиться текстура на горе. Если вы ее подключите к скалам, то вот видите, выдавлено как. Все прикольно. Все нормально. И попробуем другую текстурку. Спекуляр. Non-color опять же. И попробуем тут еще порегулировать. Во. Вообще скалы прикольные. Как настоящие.
Итак, вот такая информация о программе ColorAmp и наложении текстур. Все, всем пока, до свидания.